Всем доброго дня! На связи Playground.ru. Несмотря на то, что все самое интересное в игровой индустрии должно будет начать происходить не раньше начала ноября, прошедшая неделя выдалась на удивление активной и противоречивой. Множество слухов, волнение среди игроков и очередная AAA-игра, пользовательский рейтинг которой буквально втоптали в землю. Заинтриговал? Ну что ж, не будем тянуть. Погнали! Давайте попробуем начать выпуск с чего-то приятного. В Need for Speed Heat, предзагрузка которой стартовала в день выхода этого дайджеста, не будет лутбоксов. Как заявили в недавнем интервью продюсер Джон Вигберг и ведущий геймдизайнер Йони Рабинович, лутбоксы не вписываются в игру и не сделают ее лучше, так что от такой системы монетизации было решено отказаться. Скорее всего, на такое решение еще и повлияла волна критики со стороны игроков и определенные проблемы с предыдущей игрой серии Need for Speed Payback. Вполне возможно, что за реальные деньги будут докупаться предметы косметического характера для кастомизации персонажа, ну или для визуального тюнинга авто. Церемония открытия BlizzCon 2019 будет транслироваться сервисом ВКонтакте, официальным сообществом Blizzard, притом с синхронным русским переводом. К сожалению, сами презентации, в рамках которых и происходят все анонсы и прочие интересности, переводиться не будут. Но это не беда. Наша команда будет бдить оба дня и максимально оперативно сообщать о любых анонсах, прозвучащих со сцены BlizzCon'а. Так что обязательно следите за новостями на сайте 1 и 2 ноября. Как знать, может и правда удастся услышать что-то о Diablo 4 или Overwatch 2. Ну и от позитивчика, да, в тьму тьмущую. Недавно вышедшая Call of Duty Modern Warfare, которая еще до своего релиза стала предметом жарких споров, продолжает быть одной из основных тем для обсуждения. Большинство критиков позитивно отозвались об игре, назвав ее достойным перезапуском одной из самых удачных игр серии, отметив динамичный геймплей и нескучный сюжет. Но от гнева русского комьюнити это ее не уберегло. Да что уж там, даже телевидение не обошло ее стороной, а это уже о многом говорит. Помимо того, что игра не вышла на PlayStation на просторах СНГ, она еще и появилась в несколько измененном виде. Из игры были удалены любые упоминания России или русских. Солдат-антагониста стали называть людьми Баркова, а белые каски были перекрашены в зеленые, дабы минимизировать сходство с реальными организациями. И тут началось. Российские игроки массово отправились на Metacritic и уже успели опустить пользовательский рейтинг до отметки в 5,5 баллов. Игру обвиняют в наглой пропаганде, приравнивании русских к террористам, демонизации образа целой нации и во всех смертных грехах, но просто на всякий случай. Илья Мэдисон, один из старожилов игрового блогинга в России, вовсе отменил трансляцию, посвященную выходу игры, удалил из своих профилей любую информацию об игре и издателе и, скорее всего, разорвал рекламный контракт. Ну и как вишенка на торте, западные игроки увидели взлобный русский Иван. Никого иного, как... США. Все чаще начинают проскакивать заявления о том, что сценаристы переложили грехи США на Россию. И вообще вокруг заговоры и жидорептилоиды не дремлют. А ведь это просто игра. Но, видимо, в современном мире ничего не может быть просто. Мы пока не спешим однозначно высказываться об игре, но в скором времени и наш обзор появится на сайте. Будем искать пропаганду, что еще сказать. Так, ладно, что-то перебор с негативом получается. Давайте о чем-то хорошем. Например, о The Other World, которая вышла 25 октября и получилась на удивление хорошей игрой. Большинство игровых изданий оценили игру на 9 из 10, назвав одной из лучших RPG за последнее время. Открытый мир, приятный дизайн и затягивающий геймплей игры не оставляют шансов как любителям жанра, так и тем, кто волей случая решил погрузиться во внешние миры. Релиз вышел не без проблем и технических огрехов. В частности, отмечаются до ужаса мелкие субтитры и неразборчивые шрифты, но силами игроков все было оперативно приведено в надлежащий вид. Автора готовящего обзор с трудом удалось вытащить в реальный мир, так что мнение и об этой игре также совсем скоро можно будет увидеть на нашем сайте. Ну и в завершении небольшая новость для любителей классики. Состоялся релиз ремейка одной из классических игр для PS1 — Medieval.
которая отправляет игрока пройти путем трусливого рыцаря, который пал от руки злобных недругов, но был поднят в виде нежити и отправлен наводить порядок, за одним восстанавливая запятнанную честь. Ремейк получился очень приятным графически, и если в детстве вам доводилось поиграть в оригинал, однозначно рекомендую, равно как и тем, кто устал от современных игр и открыт для приятного приключения с нотками черного юмора. Ну и на этом, пожалуй, все. Надеюсь, следующий дайджест получится в разы интереснее и без неприятного привкуса бесконечных срачей на околополитические темы. Как там говорят у блогеров? Ставь класс, если скучаешь по временам, когда можно было просто играть в игры и получать удовольствие. А с вами был Граф, услышимся ровно через неделю и до новых встреч на playground.ru.